Так скажите, одинаковое ли влияние оказывает мантра на человека, если ее не читать самому, а слушать в вашем исполнении? В случае, если вы слушаете в моем персональном исполнении, то данная мантра будет работать и влиять на человека, так как она не очень мантра или не очень правильно создана. Она создана таким образом, чтобы влиять на человека, и я знаю, как это сделать. В случае, если человек не знает, как передавать мантру так, чтобы она влияла на другого человека, то данная мантра влиять не будет, если ее просто слушать. Могу вам дать совет. Если вы слышите, что где-то я читаю мантры, вы можете эти мантры слушать, они будут так же влиять на человека, как если человек читает их самостоятельно. Также вы, наверное, заметили, что в первых ступенях школы Кайлас я часто говорю о том, что не стоит читать мантры с закрытыми глазами. Между тем, как начиная просматривать видео, которое я транслирую в YouTube, вы очень часто можете заметить, что я читаю мантры с закрытыми глазами. И тут появляется нонсенс, то есть появляется идея такая, почему же Дуйко тогда читает с закрытыми, хотя всем говорит, что необходимо читать с открытыми. Ответ очень простой. Когда человек закрывает глаза, он отдает энергию. Как это проявляется? Давайте я вам докажу. Когда вы ночью ложитесь спать, то в момент вашего засыпания у вас много мыслей. А когда просыпаетесь, то мыслей нет в голове. Тогда вопрос, куда они делись? То есть можно сказать, что мысли у вас исчезли или куда-то делись, так как были выпущены, так как или была зубная боль на ночь, утром проснулись, боли нет. Болел живот на ночь, утром проснулись, живот не болит. Почему? Закрытые глаза – это включающийся тумблер или механизм, который выпускает из человека энергию. Когда я читаю мантры для другого человека, в случае, если я хочу отдать часть своей энергии, чтобы эта энергия повлияла на другого человека, я, естественно, читать мантру буду с закрытыми глазами. В случае, если вы читаете такую мантру, то что вы должны получить что-то от данной мантры? Допустим, вы читаете мантру, она где-то так звучит. Пусть у меня будет много денег, пусть придет в мою жизнь счастье, пусть появится в моей жизни любимый человек. Вы же хотите, чтобы это привлеклось в вашу жизнь? Тогда вам как нужно читать эту мантру? С закрытыми глазами или с открытыми? Естественно, с открытыми. Тогда скажите, противоречит ли это моим образовательным семинарам, которые выложены в интернете бесплатно? Не противоречит. Согласны с этим? Вот так. А то начинается обвинение, а потом...